материнский капитал на образование детей. Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда ребенку, давшего право на получение государственного сертификата, исполнится 3 года. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Образовательная организация должна находиться на территории Российской Федерации, имеющая право на оказание соответствующих образовательных услуг. Оплатить можно так и саму учебу ребенка, так и проживание в общежитии образовательного учреждения. Заявление о распоряжении средств материнского семейного капитала на образование можно подать на территориальный орган пенсионного фонда, территориальные органы МФЦ. Заявление рассматривается в течение 2 месяцев. В течение месяца выносится решение и в течение месяца перечисляются денежные средства. На данный момент материнский семейный капитал составляет 453 026 рублей.